Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Девочки, у нас снова жаркая погода, правда обещают грозы. Сегодня такая погода, как раз, знаете, как перед грозой. Очень душно, прям парит. Так что я думаю, что вечером, наверное, уже будет гроза или, по крайней мере, какой-нибудь опять ливень в очередной раз. Вот, так что вот так. Но на самом деле радуемся солнышку. Я уже даже немножко обгорела. Вот обгораю, девочки, потому что иногда забываю мазаться вот этим солнцезащитным кремом. Как только не помазалась, все, сразу немножко обгорела. Ну да ладно. Вот, сегодня я вам хочу, кстати, показать свою посылку с сайта AliExpress. Вообще с AliExpress как-то в последнее время странно, на мой взгляд, приходят посылки. Некоторые посылки приходят буквально вот... Сейчас, который я вам покажу, я заказала где-то 2-2,5, может быть, недели тому назад, и она уже пришла. А есть посылки, которые уже 4 недели у меня зависли, причем зависли где-то на российской таможне или еще где-то, там ничего такого особенного я не заказывала, чтобы там она так сильно зависла. Ну, в общем, ладно. Ну и давайте я вам сейчас покажу свои посылочки. Ну а прежде чем показать, я бы хотела вам посоветовать один кэшбэк-сервис SmartySale, который позволит вам сэкономить на покупках. Я очень люблю экономить на покупках, приобретать по каким-то скидкам, возвращать кэшбэк и так далее и тому подобное. Я эти денежки обычно подкапливаю, а потом их трачу на какие-нибудь приятности для себя, чего вам советую. Также можно скачать приложение SmartySale на мобильный телефон, что мне очень нравится, потому что я люблю совершать покупки именно с мобильного телефона, обычно это делаю вечером. Ну и там более 1100 различных интернет-магазинов, плюс работает круглосуточная поддержка, так что можно хорошо экономить на своем шопинге. Я вам все ссылочки оставлю внизу в инфобоксе, обязательно переходите, скачивайте приложение и экономьте на покупках. Итак, вот мой заказ с AliExpress. Значит, заказала я своим мальчишкам вот такие шлепки. На самом деле, они мне очень сильно понравились, девочки, вообще. Соответственно, и моим мальчикам вообще старший так без ума вот от этих шлепок. Это я заказывала как бы уже взрослые мужские шлепки, а вот это вот я заказала, ну, как бы детские, да. Единственное, что вот эти пахнут, но запах имеют резины, то есть не клея, не какой-то, вот знаете, такой химозный запах, а именно запах резины. Кстати, мне все пришло в одном, ну, вот тут разные пакеты, я сейчас распаковала, да, но пришло все одной посылкой. Очень классные, девочки, я ориентировалась, опять же, на размер стопы. Вот, вот так вот они выглядят, здесь сделано типа а-ля под кожу, на самом деле это такое прорезиненное. Вот так вот они с этой стороны, видите, написано размер 36-37. Вот он как бы идеально подошел моему старшему сыну, ни больше, ни меньше, вот прям идеально. И младшему тоже ориентировалась на размер стопы, здесь у меня получается 29 размер, вот тоже подошло идеально, ни больше, ни меньше. Вот это вот полностью резиновая подошва, очень мягкая, гнущаяся, вот такая. Вот мне здесь вот по участку бегать, вообще отличный для них вариант. Здесь вот тоже, здесь уже такая более плотная подошва, но они просто безумно понравились моему старшему сыночку. Он говорит, мама, какие они классные. Вот, вот это вот полностью резиновая, то есть можно и как пляжные шлепки использовать, то есть хорошо будут мыться и так далее. Вот ему понравилось сочетание бело-черного и то, что здесь красная такая надпись. Ну, а младшему, конечно же, вот такой чудик. И с этой стороны они тоже, видите, резиновые. То есть полностью резиновая, очень удобно. Здесь вот для таких пальчиков сделано. А себе в этой посылке я заказала, девочки, кулон. Это именно кулончик, вот такой сердечко. Вот так на белой бумажке. Это я уже одела на цепочку, просто примерить, посмотреть. Мне просто очень понравился именно вот этот кулончик. На самом деле я не знаю, что это за камушек, но камушек такой... Ну, это как стекляшечка какая-то, да, но он очень такой холодящий и достаточно, ну, так весит. Видите, здесь положу, видите, здесь сделан такой штифт туда внутрь и вот сверху. Но это не серебро, это все, девочки, бижутерия. И цепочка у меня, кстати, тоже не серебряная, это бижутерия. Но на лето вообще классный вариант. Одной посылкой вот это все было, вот этот кулончик был запакован. Вот здесь еще маленький пакетик. Я заказала, и мне отправили сразу же. Еще у меня должна прийти одна моя посылка, но вот это мне очень понравилось. Вот этот кулончик, я сейчас покажу тоже, как смотрится на мне. Ну, прям вообще такое сердечко розовенькое, все как я люблю.
Видите, оно такое, как полупрозрачное, такое классное. Вот. Ну, это такая бижутерия, это баловство, она и стоила, это там какие-то копейки. Вот, так что буду носить. Так что вот этим заказом я очень сильно довольна. Тапочки вообще могу порекомендовать, но по длине стопы смотрите. И не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Ну и вот так вот выглядит этот кулончик. Ой, я такая лохматая. Я просто с утра помыла голову. Пушаться высохла сама у меня. Вот так вот выглядит этот кулончик. Кстати, вот этот топ на мне сейчас тоже с Алиэкспресс. Тоже мне нравится. Сейчас это в такую жару вообще спасает. Я, правда, на улицу сейчас не выхожу, потому что очень у нас душно. Гроза будет. Вот. Так что вот так вот. Жалко, конечно, если вот эта штучка потемнеет, да? Потому что это не серебро, а бижутерия, но по мне так очень симпатично смотрится. Видите, я вся покраснела, обгорела. Ой, тут полоса белая, как всегда. Тут тоже. Вот. Но кулончик очень-очень симпатичный. Мне понравился. Он такой, ну, это стекляшка обычная такая просто. Ну, бижутерия, в общем. Не знаю, лето поношу, даже если он там как-то испортится. Ничего страшного. Но мне очень понравился. Прикольный кулончик. Какой-то, знаете, если платье одеть. Или какой-то топ такой. Ну, не желтого цвета, да, я имею в виду. И вот такой вот будет кулончик. Очень симпатично. Мне очень нравится. Девочки, хочу вам еще похвастаться. Смотрите, какая у меня красота выросла. Это петунья. Вы посмотрите, какая она красивая. Вообще обалденная. Просто вся-вся-вся махровая. И такого цвета еще классного. Тут еще скоро бутончики будут разрастаться потихонечку. Ну, просто обалденная. Красавица такая у меня тут живет. А вот здесь вот у меня вот такие петунечки расцвели. Одна, видите, такие краешки белые, тоже очень красивая. А вторая вот такая же, как я вам показала, махровая. Только она обычная вот такая. Но цветок очень большой вот этот вот. Так что вот такие у меня красавицы. А вот здесь вот у меня вообще красота. Это мой любимейший мак. Я его очень сильно люблю. Смотрите, какие у него красота просто. Такая сердцевинка. Есть еще разных цветов, говорят. Надо будет как-нибудь мне потом купить какого-нибудь другого цвета. Посмотрите, сколько у него бутонов. Еще будут распускаться. Вообще красота. Тут уже немножко отцветает. Он первый зацвел. Вот такие вот маки тут у меня. Смотрите, как красиво просто. Он, правда, отцветает и уходит потом, но очень красивый. Такая вот красоточка. Люблю я его очень, этот мак. Правда, такой куст огромный, но он мне нравится очень. Девочки, а помните, я вам показывала, что у меня муж купил черешню в этом году. Вот ее посадил. Такая она даже тут цвела. Вот такая вот она у нас. Вот он тут подвязал ее, в общем, поливает. Умничка. Вот. И тут на днях он пришел со второй черешней. Ее посадил. Вот такая. В общем, эти черешенки две, они друг друга будут переопылять. Вот. И у нас тут как раз место такое. Здесь солнечное. Ну, ветра есть, конечно, но не сильное. Такая более защищенная. Вот. Так что теперь будут две черешни переопыляться. Это вот сорт, меня тоже кто-то спрашивал. Вот так называется. Тютчевка. Вот. А это импата или как-то так. Вот. Так что будем скоро, через пару лет, собирать урожай этих, как они называются? Черешни, да? Вот, а тут он ее купил, и смотрите, на ней есть ягодка одна. Но я думаю, что она скоро, ну, отпадет. То есть она, потому что посадили в этом году, вот он ее так посадил, он здесь еще будет землей засыпать, вот, в этом году хочет. И поэтому так на возвышение, чтобы было на уровне. Так что вот такие вот у нас новые жители нашего сада. И сейчас, девочки, хочу вам показать, прямо очень приятно и неожиданно у меня пришел мой заказ. Почему приятно и неожиданно? Мне утром сегодня пришла смс-ка. Это компания, как она, DPD, да, или PDP,
DPD она, да, называется курьерская служба, которую мне привезли заказ из магазина Sunlight. Заказала себе два украшенница, не смогла выбрать какое-то одно, решила возьму два оба. Значит, пришла смс-ка сегодня с утра мне, что привезет сегодня водитель в течение дня. Водитель прям даже за 40 минут отзвонился и приехал сегодня же. Обалдеть. Обычно у них бывает так, вот, например, у вас там положено на какое-то число доставка. И там прибавляем еще 2-3 дня, и только тогда привозят. И причем не предупреждают даже об этом. В общем, служба такая, не очень доставки вот это. Но в этот раз прям удивили, честное слово. Я даже не ждала, что сегодня приедет. Ну, звонит курьер, говорит, сейчас через 40 минут у вас буду. Я говорю, ну, отлично. Вот, ну, давайте покажу свою красоту, которую я заказала, девочки. Не смогла удержаться, я уже на самом деле все померила. Мне безумно понравилось. Я заказала себе две пары сережек, вот таких колечек, да. Как они? Конго, по-моему, называются, как-то так. Очень мне понравились. Вот это итальянская коллекция, а вот это, по-моему, нет. Слушайте, куда-то дело бирку сейчас пока шла. В общем, не знаю, наверное, выпало у меня из пакета, потому что я, ну, при курьере все открыла, да, посмотрела. Ну и сейчас тоже померила, прежде чем показать вам. Ну, все как обычно у Sunlight. Вот эти коробочки, пакетики, ленточки. Вот такие пакетики. Все как обычно. И каждая была еще вот в таком пакетике. Все это как обычно. Ну и давайте... У меня вообще нет таких сережек. Вот таких вот, чтобы они были колечками. Я специально пришла сюда на белом столе вам показать. Чтобы было видно все. Это все серебро, а здесь покрытие золотом лимонным, а здесь, соответственно, просто, ну, здесь этот родевое, да, покрытие. Давайте вот с этих начнем. Вот такие золотые, с такой звездочкой, и сделана, видите, сейчас я вам покажу, такая как огранка. Звездочка, то есть она с этой стороны не снимается, подвеска, и с этой стороны тоже у нее ограничитель, то есть она просто вот так вот болтается. Единственное, что в этих сережках, видите, покрытие идет не до самого конца, то есть оно вот здесь вот та часть, которая вставляется в ушко, она без покрытия идет. Ну, и здесь вот просто вставляется, никак не защелкивается замок, да. Вот такие, а вот здесь вот два таких, как это, голубка, да, наверное, правильно их назвать, вот таких вот классных. И застежка, то есть вот эта часть, сейчас, вот эта часть просто вот так наверх и, соответственно, вниз, и проходит подушкам. Но вот у этих застежка такая достаточно крепкая. Такие два голубка. Еще к этому, вот к этим сережкам есть шейное украшение, но я не знаю, я вот вместе, для меня это достаточно объемные серьги, ну, на мой взгляд, да, по крайней мере, я знаю точно, что вместе с подвеской носить не буду, ну, и поэтому думаю, зачем мне тогда, как говорится, надо, да, вот, поэтому подвеску брать не стала, хотя она тоже совсем там недорого стоила, и видела в отзывах у одной девочки, она комплектом купила и комплектом примерила, очень симпатично смотрится, но я что-то не захотела, захотела просто себе две пары новых сережек. Я вам давайте артикулы подпишу в инфобоксе, вы можете набрать на сайте или в приложении, если у вас установлено, да, набрать и посмотреть эти украшения. Но они мне безумно понравились. И получается, вот за эти две пары сережек я заплатила 2530 рублей. Почему? Потому что у меня там был, там вот это, ну, многие знают, вот эта игра, колесо, да, какое-то там. В общем, я его прокрутила, и у меня получилась скидка там... от 3000 на все серебро, что-то 750 рублей или что-то такое. То есть 2530 за две пары. Скидка это распределилась, ну, считайте, каждая пара вот обошлась. На мой взгляд, очень даже классная цена. Я, естественно, воспользовалась обязательно этим купончиком, который, кстати, скоро уже должен был сгореть у меня. Поэтому я заказала себе две пары вот таких сережек. Сейчас примерю, вам покажу, как смотрится. Итак, девочки, вот эти вот с голубками сережки. То есть видите, как они идут под мочку. И они такие, ну, не то чтобы тяжелые, но такие ощутимые на ушках. Они не оттягивают мочку, да, то есть, видите, сидят нормально. Вот такие вот голубочки. И еще вот точно такая же, прям один в один подвеска идет. Ну, я подвеску что-то не захотела, мне больше сережки приглянулись. Вот так вот они смотрятся, два голубочка, очень симпатично. И вот это вот тоже, знаете, такая грань идет.
То есть они тоже будут блестеть на солнышке. Вот так вот смотрится. Очень симпатично. Мне они безумно нравятся. Сразу их одела, чтобы показать вам. Это вот эти вот золотые, да? То есть вот эта грань, которая сделана, она реально блестит. И вот эти вообще невесомые, они практически, ну, то есть их вообще не чувствуется, вот эти вот серьги. Если вот эти вот немного чувствуются, то вот эти вот нет, вообще не чувствуются, не ощущаются вообще. Но у меня нет подобных сережек, поэтому я решила, что я этим летом хочу вот такие сережки. Вот как-то так они смотрятся. Такие, очень симпатично. Мне очень нравится, безумно, девочки, вообще. Красота, так что побаловала себя немножко. Ну, а на ужин я сегодня приготовила вот такое блюдо. Здесь фасоль, свинина, помидоры. В общем, свинина с овощами, можно так сказать. Перчик, зеленушка, в общем, ну, все, что нашла. Морковочка, лучок. Все как обычно. Немножко томатной пасты добавила. Ну, вот такое вот у нас блюдо будет. На гарнир у меня еще со вчера осталась гречка и рис. Кто что будет. Вот такой будет вкуснятина. И еще сделала вот такой овощной салатик. Здесь вся вот эта зелень. Здесь еще салат вот такой мелкий. Это я досаживала. Забыла только, как он называется, честно, девочки. Такой, он меленький такой. Лучок, ну, в общем, все такое. И заправку я сделала вот с таким вот этим соусом, который у меня уже заканчивается. Надо будет его заказать. Это сахерба я заказывала, густой. Бальзамический уксус это, да? Ну, прям густой такой. И гранатовый соус. Вот этот вот очень тоже мне нравится. Он у меня стоит в холодильнике. Но его чуть-чуть достаточно нужно. Так что вот такой вот салатик. А, еще оливковое масло у меня здесь. Ну и соль, соответственно. Так что вот такой вот у нас будет ужин. А я тут, пока готовлю, притащила себе вентилятор. У нас в доме нет кондиционера, потому что, ну, потому что, знаете, это из серии, как... А у вас вообще лето бывает? Не знаю, я в этот день работал. Примерно вот так вот происходит у нас обычно лето, поэтому мы каждый раз думаем, но жаркие дни не так часто у нас бывают, поэтому... Поэтому так до сих пор не купили кондиционер. Так что вот так, мальчишки накупались. Сейчас небо все заволокло, но духота стоит невозможно просто. Наверное, сейчас будет гроза ночью. Уж точно, наверное, будет. Все, легла, девочки. Сейчас муж приедет, буду ужином покормлю. И пойду в душ и лягу спать. Я не знаю, ну спать-то, наверное, не лягу, но, по крайней мере, просто лягу в кровать. Я, на самом деле, ну, такой человек, я не люблю жару. Я ее очень плохо переношу. Я как ватная вся у меня. Даже голова иногда не соображает в жару. Сейчас вот тучками начинает все затягивать. Но не факт, что будет дождь и гроза. Не знаю, по прогнозу есть завтра гроза. Сегодня не будет. Хотя у нас на улице 27 градусов, но очень-очень-очень душно. То есть такой не ветерка, знаете. Вот когда вот просто стоит воздух, можно так сказать. Так что да. Вот, и вообще я, ну, я, кстати, всегда плохо переношу жару, даже если мы едем куда-то в отпуск отдыхать. Ну, одно дело отдыхать, вот я сейчас смотрю, опять покраснела, что-то у меня щеки, у меня румян нету, но у меня щеки красные, вот. Ходила, просто вешала белье, снимала белье, знаете, ну, все такое, как бы, вот. И одно дело ты на отдыхе, да, там, до моречка, и плашмя лежишь, а другое дело, когда нужно еще готовить, еще что-то делать, это, конечно, очень вообще... Я вообще никакая в жару, на самом деле. Хотя 27 градусов. Мне девочки некоторые пишут, что у них там под 40, 40, 41. Я не знаю, как вы выживаете. Ну, хотя, с другой стороны, может быть, я бы... Если бы я родилась в какой-нибудь жаркой такой местности, я бы, наверное, с детства была привыкша бы к такой жаре. Вот, а так я... Нет, я вообще не могу. Вот, хотя муж у меня, он всегда там, типа, а, хорошо, тепло, там, типа... Классно. Вот, я нет. Я всегда говорю, ужас какой, скорее бы дождь пошел. Он меня никогда не понимает. Хотя я люблю загорать, люблю, как бы, ну, там, ездить на море, да. Но отдыхать не работать. Так что вот. Ну, на сегодня, девочки, буду с вами уже прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным, интересным. Все ссылочки оставила вам внизу в инфобоксе. И оставлю вам еще
артикулы украшений, которые я заказала. Кому интересно, артикулы вы можете просто на сайте в поиске, ну, скопировать, да, артикул в поиске вбить или в приложение, потому что приложение по ссылке, по-моему, не переходит. Ну, в общем, я знаю, мне кто-то писал, что удобнее, когда артикулы оставляете, и удобнее так искать это изделие, которое хотите посмотреть. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч!